Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сейчас постараюсь перекричать вот этот шум дождя, у нас дождь. И хочу сказать, вот эта куча, видите, огромная куча, это то, что я сегодня снова обрезала со своих томатов. Я пришла, вот как, пасынковать их, лишние листья нижние обрезать очередной раз. Вот видите, я немножко их почистила, стало посветлее им. И хочу вам еще раз напомнить. Представляете, вот эта вся орава была на томатах лишняя. И все эти толстые, жирные листья, пасынки, они бы забирали у моих томатов силы, которые им нужны для завязывания, наливания плодов, созревания, цветения наконец-то. Удаляйте вовремя все лишние нижние листья и пасынки. Это сильно ускоряет все вот эти жизненные процессы растения, цветение, завязывание плодов, наливание плодов, созревание плодов и в результате получение урожая. Не убирая лишние листья и пасынки, вы оттягиваете сроки получения урожая. Смотрите сколько. А хотя я была здесь неделю всего лишь назад. Растения здоровые, наращивается зеленая масса очень быстро. И если бы я не убирала вовремя свои листья и пасынки, вот эти мои плоды, которые висят на веточках, они бы наливались намного медленнее, не говоря уж о том, что они бы созревали очень медленно. Это все затормаживает все процессы, все эти листья. Смотрите, у меня какие уже кисти хорошие. Только потому, что я не даю шанса лишним листьям и лишним пасынкам тормозить все это. Вот Настеньки вот эти уже скоро начнут буреть. Они уже такие большие, у меня в руку еле влазят. Вот видите, какие кисти. Все листья надо убирать. Во-первых, свет проходит. Во-вторых, не оттягивается питание на эти листья. Никогда не заставляйте растения лишний раз трудиться на эти пасынки и листья. Ничего хорошего с этих листьев все равно не было бы. Удаляйте листья. Все, всем желаю богатых урожаев. До свидания. Ухаживайте за своими растениями, они обязательно вас отблагодарят таким урожаем, который вы не видели еще ни разу в жизни.